Елена Корикова стала известной после роли в фильме «Барышня-крестьянка», а затем закрепила свой успех, снявшись в сериале «Бедная Настя». В ее жизни было множество ярких романов, однако у нее есть единственный мужчина, которого она любит и всегда поддержит. Это ее сын Арсений. В июле молодой человек отметит свое 30-летие. Когда-то Арсений стал центром скандала, вызванного романом между молодой актрисой Еленой Кориковой и начинающим актером Дмитрием Рощиным. Когда Рощин узнал о беременности Елены, он разорвал с ней отношения. Бабушка мальчика, известная актриса Екатерина Васильева, не приняла любовь своего сына и относилась негативно к Елене. Однако она смогла воспитать Арсения хорошим человеком. И в этом помог ей муж-коллега Максим Осадчий. После окончания школы Арсений поступил в экономический университет, получил профессию программиста. Сейчас он работает по специальности и увлекается парусным спортом. Известно, что сейчас они с мамой проживают в Черногории.